Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Галкин 18 мая отметил день рождения. С 93-летием его поздравила председатель Законодательного собрания Екатерина Алтабаева. Удивительно красивый и такой вот прямо искрящийся человек, творческий. Войну Анатолий Галкин встретил 16-летним юношей. Через несколько лет выпускником пехотного училища отправился на фронт. Однако в пути получил известие, что война окончена. Сейчас Анатолий Галкин занимается музыкой и живописью, пишет и декламирует стихи. Одно из его произведений посвящено 35-й береговой батарее. Ребят становится все меньше. Снарядов нет уже давно. Насчет патроны, зубы в клещи, а драться надо все равно. И мы дрались, что было силы, но сдали Крым. Не нам вина. Прости, сынок, прости, мой милый, была над бездной вся страна.